чули, как вдох-выдох, я опять оказался. Dobry wieczór, szanowni państwo. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czytamy w domu ze szkoły JSKWZ. Nazywam się Kirill Kanarski. Nie tak dawno odbyło się dyktanto z języka rosyjskiego, więc dziś proponuję obejrzeć, jak to było w Białymstoku i Łodzi. Czytajmy się od wydarzenia. Хорошо? Смысл жизни состоит в том, чтобы научиться жить, не задавая себе вопрос о смысле жизни. Так думал Константин, решив послушаться отца. Следующее предложение тоже очень интересное, но здесь все-таки требование, что 16, сколько это диктант, и это неделя, мы пишем буквами. 16. А если был бы век, мы могли бы написать так. Или год. Такая особенность русского языка. Итак, читаю все, предложение. К 16 годам он почти оглох. Потерял мать и старшего брата. И эти потери, если не разрушили его мир, то стрясли основательно. Мариуш, приветствую тебя в нашем проекте, в нашем диктанте. Сегодня ты принимал участие в тотальном диктанте. Расскажи, пожалуйста, что запомнилось больше всего и поделись с нашими слушателями, с нашими зрителями своими эмоциями. Современный русский литературный язык очень важный. И очень важный в нашей жизни, и не надо о нем забывать. Надо помнить, что русский язык – это самый распространенный. Не только в России, но тоже и в Польше, в Литве, в Латвии, в Беларуси, в Украине. И нам надо просто ежедневно, мы как славяне, надо использовать этот язык, потому что он самый прекрасный в мире и самый распространенный. Андрей, приветствую тебя в нашем проекте. Добрый день. Сегодня состоялась акция «Тотальный диктант». Написали мы достаточно интересный текст. Ну, расскажи, пожалуйста, как преподаватель русского языка, как учитель русского языка, с твоей точки зрения, насколько важно проводить такие акции? Акция важна, наверное, важна, потому что мы все хотим, чтобы популяризировать русский язык, чтобы он был известный, он пока как-то остался сзади, ну, будущее посмотрим. Но все-таки самое важное, по-моему, это проверить свои знания. Мы, учителя, проверяем каждый день, каждый урок. Мы тоже делаем ошибки, а ученики, они благодаря этим акциям, благодаря диктанту, они просто сами увидят, какие ошибки делают, мы покажем, какие ошибки делают. Это будет в пользу и именно. Ну, согласен, это в пользу и именно. В любом случае это практика, в любом случае это работа над ошибками, в том числе над своими. Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Я очень надеюсь, что Белосток в следующем году тоже будет принимать участие в акции «Тотальный диктант». Дорогие зрители, пользуясь случаем, приглашаю всех
участию уже в 2021 году. Спасибо. Dziś 14 października, a to znaczy, że na całym świecie odbywa się akcja Totalne Dyktando. Również w Łodzi już drugi raz udało mi się zebrać chętnych, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie języka rosyjskiego. Łącznie ponad 30 osób. Wśród nich uczniowie, studenci, mieszkańcy województwa łódzkiego, w tym Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Choć do końca wierzyłem, że uda mi się zrealizować projekt w formie tradycyjnej, pandemia troszeczkę pokrzyżowała plany. Jednak dziś, dzięki możliwościom internetowym, wszyscy zebrali się na Zoomie i napisali dyktando. A jak to wyszło? Zobaczcie sami. Na dziś to wszystko. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tradycyjnie życzymy zdrowia i cierpliwości. Do zobaczenia za 2 tygodnie.